часа через два проснулся, где-то лет. Я ему показал, в туалет зашел, проплевался, потом спать. Я Новый год в шкаф пошел, блядь. Я в шкаф захожу, меня мама оттуда говорит, ты куда? Я блядь. Это как Копцов, короче, в толкане заблеванным крылся. Рукой прям. Стоял рукой там. Пытался прочистить. И себя, ты помнишь, когда ты меня к себе впустил домой? А, что на балконе тебя затирал, помнишь? Да. Ты помнишь, я пришел за мной? Я ночью не спал, короче. Звонит, короче, типа, я к тебе зайду. Уважаемые пассажиры, приходим. Костян, проходите через кабинет в середине салона. Когда это было? Слышь, ты вообще ничего не помнишь. Слышал, что это было? На моем балконе заливал мне басни три раза подряд одно и то же. Я стараюсь, там я тоже не помню. Ночью, да ладно, уйти, понимаешь, да? И ты меня понимаешь? А потом опять вот стоишь, я подумал. А потом я пришел, да? Костян, у тебя же слеза такая погасила. Что самое интересное, знаешь, Костян, когда вот слушал меня, вот, да.